В Ульяновской области отметили 131-й день рождения народного художника СССР, нашего земляка Аркадия Александровича Пластова. По традиции состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику художника на бульваре Пластова в Ульяновске, в которой принял участие губернатор Алексей Русских. Перед собравшимися выступил лауреат международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова, живописец Ирик Нурдинов. Аркадий Александрович был истинным патриотом, любил свою Преслониху, прожил всю жизнь там, писал замечательные картины, которые находятся в крупнейших музеях нашей страны, за рубежом. Наши жители Ульяновской области должны радоваться, да, должны чтить память, пропагандировать искусство нашего земляка. В этот день к памятнику великого русского художника пришли те, кто преклоняется перед его творчеством, является продолжателем живописных традиций Аркадия Пластова. Он в масштабных полотнах передал не только красоту родного края, и красоту этих замечательных людей с бородами, но создал масштабные произведения, которые сопоставимы с гениями Репина и Сурикова. Музей Пластова порадовал гостей выдающимися подлинными произведениями мастера на выставке «Времена года. Зима». В экспозиции представлено 65 работ кисти Аркадия Пластова из собрания Ульяновского областного художественного музея и коллекции семьи художника. В выставочном пространстве музея впервые можно будет увидеть произведения мастера, созданные им в 1920-1930-х годах. Кроме пейзажей, есть много портретов односельчан зимой. Центром экспозиции первого зала стало монументальное полотно «Умельницы», появившееся в фондах художественного музея в 60-х годах 20-го столетия. Авторское повторение отличается от полотна, которое находится в коллекции семьи, маленьким нюансом. Для музейной работы Пластов написал стоящую у телеги девочку, а в работе из семейного собрания там находится мальчик. Хотя она написана в сдержанных, уже зимних тонах, но все-таки для Пластова было всегда характерно виртуозное владение кистью, особое внимание к пластике красочного слоя, который мы всегда можем идентично распознать, что это именно Пластов, его стиль. Да. Поэтому даже в таких работах чувствуется любование природы, жизни, которую он все, конечно, обожал. Живописные графические работы, акварели и рисунки переносят зрителей в размеренный, упорядоченный быт русской деревни, наполненный трудом, теплом и счастьем. Особый раздел выставки – «Жизнь семьи художника». Портрет Коли у елки, портрет Ольги Ивановны Пластовой, матери художника, композиции «В сумерках. Февраль» погружают зрителя в скрытую от чужих глаз атмосферу пластовского дома. Дополняют выставку семейные фотографии, личные вещи из собрания семьи художника. В этот же день в картинной галерее Ульяновского регионального отделения Союза художников России открылась выставка «Зимний вернисаж». Его творчество – это как бы мазок во времени, в веках. Он, его никто, ни выше его не встанет, ни ниже его не встанет. Он сказал свое слово. И слово это с большой буквы. На выставке представлено более 160 произведений ульяновских художников, членов Союза художников России, как живописных произведений, так и графических, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптурных композиций. Ирина Антонова, Герман Баранов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.